Стало лучше? Да. Да, помогло. Одно но. Это не более чем отсрочка. Ингибитор перестанет работать и очень скоро. Ну что, ты готов? Обо мне не думай. Эшли важнее всего. Ну, раз так, мы знаем, что делать. Идем, Санчо Панса! Спасем принцессу Дульсинею! Поранишься еще. Эй, мое копье! Да-да, мы спешим, ясно. Почему ты мне помогаешь? Какой в этом смысл? Да не ищи ты подвох. Я же обещал помочь, помнишь? У меня есть новые товары. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Доброго пути. Маловато у меня доверия к тому, кто работал на Амбреллу. Так ты в курсе? Амбрелле хана. Насчет нее можешь больше не волноваться. Ты не ответил на вопрос. Какова твоя цель? Я просто следую зову совести. Хочу загладить вину. Что-то в этом роде. Эй, с чего это вдруг здесь завал? Тут раньше был проход. У нас, похоже, гости. Что будем делать? Ай, стан! Yeah.
а неплохо. Удачная находка. Да, им можно разнести тот завал. А ты неплохо сражаешься. Ты точно обычный ученый? Я самый обычный парень. Ну, еще дамский угодник.
только после вас, я настаиваю. Как ты учтив. Будешь должен. Луис, сверху. В расчете. С тобой всегда вот так? Ну? Как дела? Так, открыто. Это было непросто. Они этих тварей на глубине держат? Подземелье для них священно. Именно здесь и нашли Лас-Плагас. Они сохранились в древних залежах янтаря. Ну, конечно же.
Предлагаешь ехать на этой штуке? А у тебя что, есть варианты? Подтолкни нас, Санчо! Сам ты, Санчо. Так, она движется. Это ускорит дело. До чего я дошел? Ну, мы же торопимся. И, кстати... Ну, что? Ты любишь экстрим? Ну что? Вперед! Что, опять? Проблемка.
ты 2-1, Санчо. Как скажешь. О, черт. Ну, вроде бы доехали. Вон. Давай в тот лифт. Что ж такое-то, а? Должен быть другой путь. Идем. Вот зараза. Меньше болтай, чаще стреляй! Thank you.
посмотри. Наверняка что-то понравится. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Я продаю... Ты только там не убейся! Привет! Больше не меньше. Приходи в любое время. Устал. Хорошо, что придумали лифт. Я одного не пойму. Зачем ты так рискуешь? Мы ведь для тебя никто. Я же сказал. Мне от этого легче. Хоть раз ответь прямо. Лос Иллюминадос. Я на них работал. А, вот оно что. Помогая вам, я не смогу искупить вину, я знаю. Но все же я не хочу, чтобы люди страдали. Ну, раз так, будь посерьезнее. А ну-ка, цыц, Санчо Панса. Выбрались из этой дыры. Свежий воздух зовет нас. Порфин. И раз уж мы добрались сюда, значит, мы почти... Почти что? Луис! Давненько не виделись, салага. Майор Краузер? Какого черта? Зачем? Разыскиваю украденный груз. И заодно крысёныша убиваю. Плёвое дело. Эшли, это был ты. Умный мальчик. Чему я тебя учил? Ножи быстрее. Ты что, подчиняешься сектантам? Они тут вообще ни при чем. Я сам сделал этот выбор. Майор, ты совсем свихнулся? Нет, я мыслю трезво и четко. Соберись и покажи, что ты можешь. И это все... Враг был очень силен! Плохое в желании завладеть такой силой. Краузер! Слабак! Что случилось? Поиграли и хватит. Ты ни черта не изменился. Как же обидно. Ах!
друг, плохи мои дела, да? Все девушки мира будут скорбеть. Помолчи. Вот, бери. Ключ от лаборатории. Иди туда и извлеки этих паразитов. Спаси Эшли. Знаешь, я жил по-мудацки. Но теперь-то... Что скажешь, Леон? Люди меняются?